Tornado Energy. Do damage. Да сейчас все будет. Вот куда ты здесь поедешь? На низ? Рад. Куда я поеду? Да. Я поеду, на, конечно. Сейчас на регу. Так сказать. Ну, весь прикол в том, что тебе там хорошо. Здесь, собственно, можешь делать что угодно, мне похуй. Потому что одна арта, и ты снизу всех убьешь. Вообще, на самом деле, можно коллаборацию устроить, знаешь, каким образом? Ты едешь по этому флангу, вот здесь вот с красной линии темперишь сюда. Вот это вот, как бы, поджимаешь потом в лейте. Здесь от башни всех разваливаешь. Так у меня ОВНов нет. Там можно триллерчика. Ну, это может все закончиться тем, что там окажется много упорантов, которые тебя убьют. Поэтому я даже лучше мид поеду. По стандарту отстреляю по челикам, потом уже буду вот... Понятно, блять. Тупо по шаблонам действуешь. Поэтому мы так вас раньше и убивали легко, блять, в турнирчиках. Да. Да. Да, да. Два 140 там. Меня уже просветили. Замечательно. Арточка уже КД. Ага. Ага. Так. Она с облеченкой в зоде. Я считаю, нужно ставить задержку. Ну, как это, сразу в бой не выходить. Как сказать. Можно? Так что, мы вдвоем тут против Е5-х сможем? Да, сможем. Да, замечательно. Ты прям дальше хочешь ужать? Не, не получится под артой. Я башенку не пройду. Ну, бесполезно не буду ставить, если они будут дальше поехали. Того тебе надо ехать, по-моему, по флангу вот с конями будет, не? Где-то здесь. Не, подожди. Ну как я засветился? Не понимаю. Меня ж никто не чекает. О, здорово. Мудло. Только ты его не интересуешь. Ну я протанчил Т-30, который мог тебя въебать. Ну да. Да, такой чуть-чуть в сейв был. О, подъезжает, смотри. Ой, сори. Дальше подпушу. Фош стреляет. Кай? Ардочка КД. Так сказать, спасибо за присутствие в данном бою. Отлично. Что ардочка КД? Я обратно наверх. Ультра сложно. Ну да, не просто, блять. Он прострелит позже. Да, Нир, привет. Только зашел на стрим.
Расскажи блять, без урона. По поводу создания не досвелся. Спроси Плию Страйка, как он смотрит на участие в таком клане. 430. Удачи и успехов. Назад, они упорятся сейчас. Как у тебя пушка поднялась? У меня? В смысле, я ставлю по-другому. Я пока не могу уехать. Так, я хочу вообще как-то позицию сменить. Я тоже. Допустим, вот эту вот часть карты занять. 110-го прогнать, типа убить его. Да? Так я и хочу еще сделать. Владимирка, спасибо, я отвечу. Большое тебе спасибо за поддержку. Жестко проехал. Надо убегать. Буду его сейчас с той стороны выковыривать. Ты главное не слезь в спину. Лучше не давай урон, блин, посейвись. Иначе мы не вытащим, если ты целишься. Сейчас пытаюсь без разменов его убить. Не, слишком жестко мансит. Ну, кидай арта. Меня стреляют уже, блядь. Су 122. Я с сушкой попробую помочь. Убей, главное, своего. Убил. Окей. Я в сейве. Сейчас отвечусь. Арт-КД. Арт-КД. Пуш-КД. Ты мне ее покажешь? Сейчас. Сейчас. На каток поставил. Блять, нет. Окей. Вот. Тебе надо арту резануть. Да, я еду. Какие-то слишком потные бои. Где арта была? Переехала, интересно, или нет? Ну, стрелял с базы. Если не раз она по тебе стреляла. Что-то маркер не заметил. Так, ну я сейчас дам инфу, откуда она стреляет. Сейчас по мне должна кдшить. Давай. Скорее вертуху будет кидать, если уезжает. На базе, вот здесь вот. Прям там, где куда ты едешь. Угу. В яме, по идее, даже. Сколько? Короче, меня пересвечивают. Хп? Фош там ваншотный, наверное, даже. Да, фош ваншотный, 140 сколько? Ваншотный тоже. Okay. Была тоже ваншот. Там, кстати, наш борщ умирает. Ага. Еду. Ты их, по идее, всех убьешь, да? По идее. Эх.
пуля не залетела. Ну здесь будет просвет. Да, это очень жесткий выстрел был. Спасибо, Олег. А, а что 10 фрагов? Нормально. Накрысил. Да, молодец. Спасибо. Это первый бой, блин, нормальный за весь стрим. О. Вот, я же говорю, я танчу, ты дамажишь, блядь. Так и надо было на лас, или а ты что-то, блин. Ой, а мастероса получил. Нормально. Take you places that you never thought was real. I could show you loyalty that